Вот это действительно очень оригинальный, показательный номер. Очень интересный. Так, Валентин Николаевич, я рад вас... Мы с Марией рады вас приветствовать в нашей кандидатской кабине. Если коротко подводить итоги чемпионата, что бы вы хотели сказать? Ну, я прежде всего хочу сказать, что я доволен выступлением наших спортсменов. И я их благодарю вместе с тренерами, которые действительно здесь, в Нагано, в очень трудной ситуации, учитывая то, что год был олимпийский. Они не просто заняли в трех видах первые места, но самое главное, что они занялись блестящим катанием. И в целом, хочу сказать, вообще Япония для нас очень счастливая страна. Если немножко, знаете, вспомнить историю, то здесь в 77-м году мы завоевали 3 золотых медали, в 85-м году 3, на Олимпиаде в Нагано были 3. То есть уже какая-то традиция сложилась, что наши спортсмены достойно выступают здесь, в Японии.